Соревнования по служебному многоборью среди кинологов прошли на учебно-тренировочном полигоне таможенного ведомства. Участники показали мастерство в поиске запрещенных препаратов в транспорте, а также комплекс упражнений общей дрессировки. Сейчас в штате таможенных органов трудятся 44 четвероногих сотрудника. Благодаря работе кинологов только с начала года из незаконного оборота изъято более 370 килограммов наркотиков. Мы оцениваем квалификацию кинологов, их умение работать с собаками и умение их собак находить наркотические вещества в ручной кладе, в помещениях, в автомобильном транспорте. Собака – живое существо, она может себя в определенный день хорошо чувствовать, в определенный – нехорошо. Ее может что-то отвлечь в ненужный момент. В отличие от человека, так скажем, она команду собраться не каждая понимает. Поэтому вот этот люди, которые занимают последние места, это не значит, что у них собаки негодны к службе. Чтобы подготовить собаку профессионала, уходят месяцы, а иногда и годы тренировок. Как говорят специалисты, главное найти к животному индивидуальный подход.